Архыз начал подготовку к зимнему туристическому сезону. На курорте запущены снежные пушки. Система искусственного снижения создана на всех 4 трассах курорта протяженностью почти 7,5 километров. Сегодня система производства искусственного снега позволяет существенно удлинить время катания. Осенью достаточно всего нескольких морозных ночей, чтобы открыть сезон. Искусственные снежинки не имеют идеально симметричной структуры, поэтому легче склеиваются между собой. Это позволяет создавать более плотный снежный покров и делает искусственный снег более устойчивым к повышению температуры.